12-летняя Алиса Тарасова приезжает в инклюзивную смену в детский лагерь «Волжский Артек» уже 5-й год подряд. И каждый раз с нетерпением ждет встречи с друзьями по прежним сменам. Первое, что мне понравилось, это, конечно же, теплая и дружественная атмосфера. Когда мы играли в игру, то нам все время говорили, даже если вы ответите неправильно, не расстраивайтесь, все равно вы играете, получаете удовольствие. За 2 дня инклюзивной смены дети успевают поучаствовать в спортивных, интеллектуальных играх, спектаклях и погулять на свежем воздухе. Все это дает взглянуть другими глазами не только на самих себя. Про своих детей новые узнают и их близкие. Оказывается, чей-то там стеснительный малыш, который не умеет говорить или плохо владеет речью, на сцене показывает себя как настоящий герой, как настоящий там король, если да, у нас спектакль на какую-то тему. Ему, может быть, не надо говорить пароли, а главное показать себя, и у него это отлично получается. И родители смотрят из зала и понимают, что как, оказывается, можно многое сделать, если создать условия. В одном отряде за смену живут 10 детей. Каждого из них сопровождает родственник. Такое идет общение великолепное. Отряды прибегают к нам, общаются с детьми. Они просто забывают о своих болячках, о своих болезнях и думают, что они такие же, как ребятишки. Они с ними играют. Вы знаете, здорово, правда. Эта инклюзивная смена стала юбилейной. Первый заезд в Волжский Артек детей-инвалидов состоялся в 2002 году. С тех пор лагерь изменился до неузнаваемости. При помощи администрации Самары и общественных организаций в детском лагере создали условия для пребывания детей с особенностями развития. Здесь созданы комфортные и уютные жилые корпуса, которые приспособлены специально к особенностям развития таких детей. Оборудованы спортивные площадки. Мы создали новую, яркую, интерактивную площадку для интеллектуальных игр. Установили качели-балансиры. Бассейн оборудован специальным подъемником для перемещения таких детей в воду. Сегодня в Волжском Артеке педагоги, вожатые, представители общественных организаций и профильных департаментов и министерства не только подводили итоги юбилейной инклюзивной смены. На круглом столе обсуждался вопрос, что перенимать опыт Волжского Артека стоит и другим детским лагерям. Ведь желающих попасть в такую атмосферу очень много. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События.